Сессии продолжаются, конференция «Диалог X5 2022» продолжается, и рядом со мной Владимир Нюхлов. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, в какой категории вы будете сегодня выступать, о чем будете говорить с коллегами? Знаете, у нас тема касается совместного планирования с «Пятерочкой», и мы будем выступать в сессии «Логистика». Проект, по моему мнению, очень интересный, всех приглашаю послушать. Мы обязательно придем, но чтобы все точно пришли, расскажите, пожалуйста, о терминах, которые вы хотите затронуть, о чем хотите поговорить. Ну, мы хотим поговорить о том, как планировать, сколько времени на это выделять. Мы планируем сейчас понедельно и делаем это совместно, обсуждая факторы, которые влияют на объем продаж, и обсуждаем влияние и промо-акций, и каких-то коммерческих усилий, и маркетинговых усилий. Вот все эти факторы складываются, и в итоге получается такой совместный объем продаж. И когда делаем это вместе, получается все гораздо точнее. Владимир, расскажите, вы впервые участвуете в сессиях или очень часто выступаете в качестве спикера? Ну, на конференции X5 я выступаю впервые, но так неоднократно выступал на других конференциях, в частности, там, в Конгрессе логистики мы выступали, в Круглом столе в прошлом году в X5 мы тоже выступали, такой маленькой группой нашей. Скажите, а вот сегодняшний круглый стол, чего вы ждете от него и какие результаты хотели бы достичь? Знаете, очень интересно послушать. Я впервые вот на такой большой конференции, там были маленькие круглые столы, а здесь интересная атмосфера, интересно о том, как это готовится, как внутренняя кухня происходит. И видно, как выступающие волнуются. Ну, я в том числе, видите, прерываюсь неоднократно. Ну, желаем вам сегодня справиться с волнением, отлично подготовиться и здорово выступить. Спасибо вам. Спасибо большое.